Сначала Каргарашвили был против ввода грузинских вооруженных сил в Абхазию. Мы хотели узнать, почему. Мне были прекрасно известны возможности нашей гвардии. Она была уставшая после недавних боев в Цхинвали, где она понесла тяжелейшие потери. Поэтому я считал эту затею авантюрой. Мне ответили, что операцию необходимо проводить именно сейчас, так как Российская Дума находилась в отпуске. К сожалению, ввод наших вооруженных сил произошел очень стихийно. Не было поставлено никакой задачи. И всего через месяц население было ужасно недоброжелательно настроено по отношению к нам из-за постоянного мародерства, грабежа и хаоса. Нашими действиями мы особенно обидели армянское население. Извините, получается, что только по нашей вине они настроились против нас. Не только, но война не должна была перерасти в ненависть. Мы могли не допустить этого, но не сделали так. Вы рассказываете об ужасах войны, об истреблении молодежи. Неужели эта война стоила всего этого? Ни одна война не может оправдать цель, какой бы она ни была. К сожалению, люди осознают это только после войны и тут же об этом забывают.